Шалом, дорогие братья и сестры, с вами я, Степан, это канал Многоуважаемый и долгожданная Террария. Давно вы ждали, давно вы просили, камеру я подод... Там хромакей вы видели, да? Давно вы ждали, давно просили, и, собственно, вот, это не Террария играет с вами, но мы стрим по Террарии проведем обязательно когда-нибудь. В ближайшую неделю постараюсь вам все устроить, чики-пуки должно все быть. Сегодня у нас... видос, в формате видосика будет выходить наша любимая Террария. И сегодня я покажу, что я строил, как я и говорил, сдаю проект. Просто Степан Прораб сдает вам проект. Давайте быстренько разберу, скажу то, что я где-то строил один, где-то вот это вот, допустим, вот это все, что вы сейчас видите, да, это я строил с подругой. Но тот проект я строил сам лично, в соло, все добывал. Сейчас все быстро расскажу, давайте пока что пробежимся по моему домику, да, ну вот здесь вот, просто многие интересовались, я вот быстренько рассказываю, показываю. Здесь домик обычный такой. Солидненький домик, ну, короли же живем, да, у нас, видите, корона, шуба, шарики, ну, мы это богачи. Краткая история этого дома, это пятиэтажка для жителей, просто хрущевка какая-то, мы решили сделать с подругой, чтобы было вот просто грубая по-мурски. Все в одном цвете, кроме нижнего этажа, здесь бар и что-то типа этого. Здесь у нас что, вы спросите, что это за дичь, что это за бред? Это у нас коньки, это как этот... как это называется? Ледовая арена, что? Ну, что-то типа этого. Это, короче, на мне сердечки злит, что-то там злится. А это у нас... каток, обычный каток с пингвином. Здесь типа приходишь, греешься, сидишь на диванчике, но все не об этом. Это все так, пустяк. Хуйня. Давайте пройдемте дальше. Это вот серебряный пол, чисто так, ну мы не богато живем, сами понимаете. Здесь вот можно посидеть. Это у нас теннис, ну, гольф. Это вот мы сделали такой маленький гольф. Чисто поиграть, так развеяться, да. Но давайте сядем. Вагонетка у меня блатная. Мы поедем до нашего проекта. Я как прораб себе сделал... Я работал в соло, да, и я сделал себе железную дорогу. Потому что я где-то забывал там, не знаю, одну краску или один фонарь, который я сделал там. И чтобы не хотел все инструменты перекидывать на ту часть карты, поэтому я прорубил себе железную дорогу, чтобы телепортироваться с помощью зеркала домой на базу, а с базы по этой железной дороге херачить на мой проект масштабный большой, да? Спойлеров не будет, сейчас быстренько расскажу. Вот я хотел, вот видите, вот это вот. Я хотел прорубить прямо самого дома, но я понял, что это очень-очень много. Я, ну вот, сколько меня хватило, сколько я прорубил, вот сколько меня хватило, настолько меня хватило. А потом я решил, блядь, через верх сделаю, чтобы не париться тупо. Вот, прорубили. А, вот я тут накрафтил еще, помимо того, что крафтил себе вещи, да, еще и крафтил себе оружие. I love you! Встречает нас надпись. Это означает то, что, ну, мы, это мое королевство, да, королевство Ахмеда. И здесь, в этом королевстве, все любят. То есть здесь все дружные, все мирные, все самые лучшие люди на свете. Вот так, вот такой здесь городок. Ну как городок, это чисто царские хоромы. Остальные персонажи живут там. Это как бы город, а здесь как бы, ну, на задорках города, где-то там вдалеке живет король в своем королевстве. Заметьте, дерево в синем цвет. Пришлось красить и ветки красить, потому что как бы обычные ветки здесь не смотрелись. Проработано все, фонарики. Фонарики, вот здесь вот комнатка еще одна. Смотрим, это обычная такая комнатка в дереве. Если вы хотите, могу сделать, буду рассказывать, как построить. Ну, выглядит красивенько, миниатюрненько, так миленько. Видите, задний фон, здесь есть камень, доски, да, есть грибные, этот, грибные, как она, стенки, да, бетонные блоки, камень, кирпич, чтобы задний фон выглядел объемнее, как-то поинтереснее, а не, блядь,
тупо скучном монотонном цвете. Вот, здесь кроватка, типа, это его жилье, здесь жилье для гостей, все работает, фонарики работают. Миленько, уютненько, мне нравится, вот мне чисто нравится это все. Вот, то есть, великолепно постройка, здесь фонаря не хватает, но я потом с этим разберусь. Здесь два сундука, я не знаю зачем, это мы вылаживали вещи. Включаем фонарь! На второй этаж поднимаемся. Все сделано в бело-синих тонах, миленько, красивенько, как все дерево. А, тоже в синем цвете. И здесь мы делали белый забор. Здесь включается. О-ля-ля! Что мы здесь видим? Это у нас. То есть, король. Сюда к королю приезжают жители, чтобы пожениться. Здесь принимают. Ну, как бы это ЗАГС, можно сказать, королевский, да? Чтобы вот, почему я сделал ЗАГС именно здесь, на дереве, чтобы вот был такой вот, ну, мило, так, чтобы ты так сидел на дереве, да, вот у тебя свой домик на дереве, вот, вот здесь вот, вот так вот венчаетесь, да, чтобы король присутствовал, то есть больше ничего не считается, если король не присутствовал. Если они где-то там в деревне, это нет, это не то, вот здесь, то есть король... дает согнул, типа говорит, вот, все, молодцы, живите счастливо, долго, да. Вот, это ЗАГС такой. Сюда мы проходим, здесь молодожены вот так вот идут сюда. И здесь они трапезничают, садятся друг напротив друга, кушают, да. А мы потом так вот, они садятся за стол, мы зажигаем, типа, милота. Вот, и они такие кушают, и такие, бля, круто, конечно, да. Это типа, это че, типа, покайфовать. И вот это... дом в дереве, это типа, ну, покайфуйте, молодожены. Это серебро. Вот это серебряные блоки. И я устал добывать серебро. А, давайте свет выключим. У нас все-таки мы цари, да, но... электричество дорогое. Ладно, давайте оставим. Сегодня у нас такой праздник. Видос по террарии. Давайте сохраним свет. Ничего выключать не будем. Спускаемся. Вот так. Что здесь? Сразу. А давайте нет, вот туда пройдемте. Это у нас гольф. Это специальная королевская площадка гольфийская, да? Здесь вот, вот раз лунка, два лунка, три лунка. То есть играя не хочу, да? Ну, здесь я немножко углублю, вот это вот уберу. Вот где-то вот так. И вообще... королевский гольф. Здесь тоже стены сделаны очень красиво, я все старался. Здесь что у нас? Здесь у нас бар, здесь у нас трактир. Сидит мужичок, которого можно купить, выпить, да? Трактир очень прикольно, мне понравилось. Здесь вот такие тряпочки, это все сделано красивенько. Здесь я не стал проводить электричество, решил сделать такую живое, такое живое освещение. То есть лампы, все это культурненько, красивенько. Здесь золотые, здесь серебряные, платиновые, да? Ну, просто какие были, а остальные пришлось крафтить. Здесь у нас веревка, я вот, если вы хотите, я вам расскажу, как это сделать. Миленько, я прям каждую детальку, книжечку, да, вот бутылочки, все до мелочей. Здесь такая двойная полка, типа полочка и ступень окрас, полочка, и здесь стоит фонаричек. Конечно, неровно стоят, но они стоят как бы вот так вот. Не вот так вот, а ну, типа, чтобы было, вот типа вот, вот так они смещены, то есть вот, поближе. Здесь вот еда на столе, а здесь паутинка, будто бы он старый, первый этаж всегда так должен выглядеть. Покрашены стулья, покрашено все, полочки, все покрашено. То есть красились отдельно сиденья, вот такие они были, пришлось покрасить синий и зеленый. А, ну, здесь ничего интересного. Давайте спустимся вот сюда, ладно. Это у нас баня. Царская баня, бамбук. А, сидишь, паришься, видите? Это я вам расскажу, если вы хотите. Я могу рассказать, как это все делать. Это баня. То есть здесь вот горит. Это угли у нас. Можно угли подливать, но никто это пока что еще не делал. Здесь ты заходишь, раздеваешься, садишься, паришься. Потом как, но... как заново родился, выходишь и такой... ой, класс. То есть царская баня, здесь бамбук, очень красиво сделано. Спускаемся вниз. Ну, ребят, это сауна, ёпт. Бамбук, стекло, все великолепно. Это сауна. Это вот, смотрите, раз мы заливаем, здесь полностью все рабочая система. Вот, мы залили по этой кнопочке, да, у нас здесь вакуум воды.
природный, между прочим, я воду не таскал сюда, она здесь уже была. Я ее немножко вот так вот обделал, немножко заменил блоки, да, и... То есть все работает. Все, ты такой покупался, переоделся, там помылся, что-нибудь книжку почитал, выпил, перекусил, воду слил над собой. Ну, я вам говорю, что я делал бассейн свои, да? Все, о, великолепно, все. Ну и также такой бамбук. Бамбук здесь, смесь двух бамбуков. Это большой бамбук и маленький бамбучонок. И вот они сделали такую красивую сауну. Сауна у нас в таком красивом стиле. Но больше ничего про нее сказать не могу. Выключаем свет, все, вы такие уже напарились, такие уже крутые. Идете наверх. Здесь такая вот маленькая развилочка, да, до другого дерева. Но на другом дереве ничего нету. Здесь просто идет выход. Это надо всегда постоянно чистить. Здесь у меня должна быть прислуга, которая это будет чистить. То есть вот здесь, ну, так вот постоять, так походить, цветочки порассматривать. Там на лошадке у меня, кстати, есть лошадь. А вот так вот можно побегать. Тут это царская лошадь. Если что, белая лошадь царская. А я вам еще сейчас покажу, когда день будет. И все, вы вот так вот идете. Что, блядь, тут забыл? Иди нахуй. А все, здесь фонарь. Смотрите, видите уже начало дома, да? Это начало дома. Здесь так посидеть, здесь виноград у нас, да, яблоки, сливы, все, кушаешь. Здесь шашлычок жарится. Ой, великолепно. И тадам! Опачки! Мост, царский мост, переходишь, и нас встречает просто золотое здание. Ну, посмотрите! Здесь у нас фонтанчик тоже рабочий. Цветочки, смотри, давайте, ладно, с самого нижнего этажа начнем. Это у нас подвал, здесь сейф, здесь хранится все золото. Здесь хранится все золото царя, понимаете? Вот, то есть... Сейф стоит здесь, вот золотые, медные монеты, золото, алмазы, да? И как же тут сюда попасть, чтобы спиздить-то? А вот здесь кнопочка. И прикол в том, что если вы зашли, вы уже, типа, если вы зашли, да, вот, типа, хотите украсть, царь может просто вот так вот сделать. И вы не выйдете отсюда, вы вообще отсюда не выйдете. Всё. Здесь золото, прям слитками, золото, золото, золотые монеты, серебряные, медные, серебро, платина, золото, просто все в золотом стиле, просто богачи, ну че сделать, съесть, да, деньги? Все, вот, ну, сюда никто не ходит, кроме царя. Смотрим, здесь у нас такая вот арочка, да, здесь вот заборчик красивенько покрашен, листья, да, листья так красиво, у меня свой садовник. Лавочка посидеть культурненько, да. Первый этаж чисто так, ну, хранилище, прихожка, так что-нибудь сбросить, да, свое белье, шмотки. Второй этаж здесь стоит, смотрите, ну как, уже по-царски, да. Здесь вот, давайте, здесь тоже вот все работает, смотрите. Вы бы зашли вот так вот в темную комнату и ничего, и что бы вы тут увидели? Ничего бы вы тут не увидели, потому что вы ничего не увидели здесь. Это я вам сказал, да, и вы должны поверить мне на слово. Давайте постепенно. Первый этаж мы уже чекнули. А второй этаж, а здесь у нас что? Ну так, картины чисто, книжная полочка такая миниатюрненькая, переодеться можно, если что, или это, хранить что-нибудь здесь, да? Барабанная установка. Это очень важно. Барабанная установка и здесь гитара. Давайте вот я возьму гитару. Сейчас. Я любил ту самую игру Террарию. Я любил Террарию. Я любил Террарию. Ну, здесь надо подучиться, я, конечно, не эксперт по этой игре, ну, игре на гитаре, да? Ну, вы поняли, да? А здесь у нас ванная, миниатюрная, здесь толканчик посидел, тут, ну да, из стекла, ванная из стекла и унитаз из стекла, вот настолько мы крутые.
А второй этаж, стоит пианино, опять гитарка, поиграть, развиться. Камин, у которого можно выпить чашечку кофе или чашечку шампанского, вина, я не знаю, что вы пьете, да. А здесь комната миниатюрная, эта комната чисто для пахчения кальянов, то есть кальянка такая маленькая у нас в царстве. А вот здесь у нас кухня, посмотрите, какая красивая кухня. Какая прекрасная, великолепная, красивая кухня. Это полочки сделаны, тоже покрашенные. Великолепно. А второй, и это какой? Четвертый этаж, это у нас уже царские ложи. Это уже полностью золотое все, золотая стена. Маленькие частицы серебра здесь по уголкам, да? Ну, здесь это от камина труба идет. Смотрите, здесь посидеть, что-то тут химичить, здесь вот покушать торт можно, здесь вот спальное место короля, вот. Балкон, посмотрите, и на каждом вот окне цветочки стоят, вот настолько круто. Вот посидел, стеклянный забор, это стеклянный балкон, все, развелся, решил посмотреть на свое царство, поднялся, раз. Ну, мы с подругой играли, поэтому вот я... И ты такой сидишь на троне, вы вдвоем сидите, да, там, не знаю, у вас два друга, да? Сидите на троне, смотрите на свое королевство и просто такие... Ой, как это так красиво. Мы сидим на золотых кирпичах, между прочим. Монетки собрать надо, ну, покачи же. Это свой мини такой зоопарк, посмотреть, да, здесь вот птички. А, птички, здесь сова, заяц, лягушка, божья коровка. Ну, так, посидеть, так, повеселиться, да. Ну, вот, смотрим. А самое главное это весь дом, то есть, смотрите, это все серебро. Вот это все серебро, вот это белое, это все серебро. Это серебряные блоки, серебро. А это все золотые блоки. Представляете, сколько золота, блядь, я искал? Вот это все золотые блоки, вот это золотые блоки. Золотые стены сзади. Посмотрите, просто здесь серебряные стены полностью. Здесь, конечно, кирпичи, да, тут немножко поинтереснее сделали немножко. Здесь золото, спуск золота, смотрите. Золото и здесь серебро с золотом. Вот это, конечно, да. А, так. Ты убей его. Это еще не все. Ладно, мы уже спалили. Здесь чисто король отдыхает, так удочку забросить, порыбачить от души, чисто так. Если же поймал что-то хорошее, приготовил, тут же покушал, чтобы свежее было. Вот просто вот посмотрите. Великолепно. Мрамор просто. Белое все мраморное. Ну, вот оно и королевство. Специально на берегу моря, чтобы король мог отдыхать, купаться на море. Смотрите, здесь ракушки. Ой, ну это великолепно, просто превосходно, да? То есть вот так можно посидеть, да, вот дождь идет, то так вот посидел. Так немножко задумался о чем-нибудь такой, раз, потом думаешь, ну и что грустить, раз, так пошел. Около этого камина посидел, да, такой, что хочешь, то и делаешь. Ребята, ну просто посмотрите. Вот, это все. Это я сдаю проект. Здесь даже вот так вот, чтобы красиво было. Каждый раз шел и радовался. После баньки там или парилки, что-нибудь, да. А это вот мой конь, на котором такой конь. Я там открыть дверь пришел, отходил, да? Вот, конь, посмотрите. Чисто так, на коне. То есть вот, вот такой вот был проект, поэтому и. Вот, и поэтому, наверное, мы закончим видос где-нибудь на самом высокой, на самой высокой точке этой карты. Сердце. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Степан, или Ахмед, как вы любите. Это был канал Многоуважаемый. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.